Всем привет, сегодня выхожу с проходных, смотрю, очередь стоит, опа, что такое, да? Он говорит, тут детские подарки раздают, тут уже предновогодние, ну, у кого там дети до 14 лет. Вот, и, пожалуйста, вот сейчас покажу два симпатичных кулечка, наша доблестная организация тут дала, да, сейчас поближе. Так, вот у меня мелких таких двое, старший уже вырос из того возраста. И что тут, конфитосы какие-то, да, внутри игрушки. Там раскраска, карандашики. А, ну вот моя локация, кстати, штативчик. Вот мое вот это место. Вот отсюда я веду в последнее время съемку. Кстати, напишите, как вам локация, да, наш класс по охране труда. Вот. Но, тем не менее, я думаю, друзья, всегда найдутся такие нытики, которые скажут, ну и конфеты хреновые, и лучше бы деньгами давали, да. Но мне кажется, если организация дарит вот такие детские подарки, что-то такое организует, то, мне кажется, ну как минимум это уважение заслуживает данное решение руководства, да. Поэтому, может быть, вы и по-другому глянете на вот эту ситуацию, да, что, может быть, у вас, в вашей компании не все так плохо. Ну, ладно, спасибо за просмотр, такой короткий видос был, вот, всем успехов в труде, пока.